Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники органов следствия России. В честь знаменательной даты в Следственном комитете Якутии прошло торжественное заседание. Наш корреспондент побывал на встрече и познакомился лично с одним из сотрудников управления. Ирина Павлова о профессии следователя не мечтала. Все решилось, когда она проходила практику в следственном управлении во время студенчества. Тогда она увидела не только сложность, но и благородность профессии. И вот уже 3 года она занимается расследованием особо важных дел. Как призналась Ирина, нехватка времени, ночные вызовы, моральная и физическая нагрузка – ничто по сравнению с удачно раскрытыми делами. Я считаю, что следователь – это все-таки призвание. То есть, если человек стремиться к тому, чтобы работать в такой сложной работе, то тогда, безусловно, плюсов гораздо больше. За недолгое время работы следователем Ирина раскрыла более 30 дел, в их числе убийства, изнасилования, налоговые, экономические преступления. Больше всего, конечно, запоминаются те дела, по которым ты проникаешься какой-то симпатией к своим, фигурантам, да, этого дела, то есть потерпевшей стороне или стороне обвиняемому, подследственному, поскольку люди тоже в разные ситуации попадают. Бывает такое, что человек совершил убийство, но в то же время он в какой-то мере, может быть, этого не хотел, может быть, какие-то факторы повлияли, то есть разные в жизни происходят. Сегодня в Следственном управлении Якутии работают 177 сотрудников, в их числе 68 следователей, из них 13 – женщины. Их нелегкий труд сегодня отметили на торжественном собрании в честь профессионального праздника. Отрадно видеть, что среди большинства в зале – это девушки, женщины. Я иногда даже стал задумываться, а кто же все-таки сильная половина человечества? Также сегодня наиболее отличившихся отметили ведомственными наградами. Без внимания не остались и ветераны службы. А новое поколение следователей в свой профессиональный праздник приняли присягу. Немаловажно, что в каждой торжественной речи звучали слова благодарности семьям сотрудников за их любовь, терпение и поддержку, которые так необходимы людям такой сложной и ответственной профессии, как следователь. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.